Херикс, спасибо большое за донат. Ты чё, угораешь? Это реально? Гнилой район. Песня Александр Пономарёв. Охуеть. Песня посвящается Александру Пономарёву, самому светлому человеку из всех галактик, из параллельной вселенной. С другой земли помнит Александра, как гуманоида Зета. Саша, тебе передают большой привет люди в черном. Надеюсь, ты не зря покинул свою планету. Где он сам? Забанил. Бля, это же этот мотив, типа. Здравствуй, Марианна Кис. Ну, как вы поняли. Свет, резко свет, я включаю в кухне свет, чтобы написать получше, как бы мне сейчас сказать, мистер Буй, мистер Буй. Забыл, как это называется, блин. В оригинале Bloodhound Gang, да? Сегодня написать про легенду самого Пономаря. Может, слышали ребята про такого агробрата, интернетного героя, суперострого убоя. Он на фест, на ЗБС, в пабликах сидит как квест, и сосиски ест во время стрима ёкарные меля. Юра Хой, наверное, из могилы сам встань, чтоб посмотреть на легенду Александра, он встань. Ведь правда, Юра Хой, наверное, из могилы сам встань, чтоб посмотреть. Блин, ну прикольно было, как бы, сама задумка как идея, но то, что это так исполнено абсурдно, и тоже текст очень какой-то кривожопый, и такие вздохи, типа вдохи посреди фразы, хой, наверное, то есть вот это плоховато. На легенду Александра, он встань, ведь Александра. Вот это плохо. Это вряд ли скопанка, конечно, ну ладно. Точное название, ну да, там типа You and me, you and ten, и в клипе обезьяны были. Сразу этот Пономарь ни разу якобы тут ни при чем. А кто тогда при чем? Юра Хой, наверное, из могилы сам встань, чтоб посмотреть на легенду Александра, он встань. Ведь правда, Юра Хой, наверное, из могилы сам встань, чтоб посмотреть на легенду Александра, он встань. Ведь правда, правда. Ну, текст пиздец. То есть настолько все прям даже в припеве притянуто просто через жопу за уши на нос, чтобы хоть немного как-то укладываться. Это досадно. Александр, он встань, ведь правда, Юра Хой, наверное, из могилы сам встань, чтоб посмотреть на легенду Александр, он встань, ведь правда.
Ну, конечно, блин, вот это обидно, что сама задумка, типа, да, то есть, что «Гнилой район» выпустили песню про Александра Пономарёва. Задумка оказалась смешнее, чем реализация. Но в любом случае, да, находка вообще убойная. Кирик, спасибо большое за такой подгон.